Всем привет. Актер театра и кино Чачин Сергей. Являюсь автором идеи и сценаристом фильма «Верный». В 2017 году я впервые попадаю в Казахстан. Объехав почти весь Казахстан, по дороге в Жаркент я услышал одну удивительную историю, которая до глубины души тронула меня. Что-то во мне тогда, в тот момент, перевернулось, и я решил написать этот проект. Проект о том времени, о тех людях. Проект о двух старцев, о городе Верном. Эдакий такой Вавилон. Я считаю, что в наше время сейчас необходимы такие фильмы для укрепления дружбы между Россией и Казахстаном. Хотелось бы с моей стороны поблагодарить тех людей, кто был рядом, кто поддержал этот проект, кто верил в него. И я вас прошу поддержать этот проект для нашей общей истории России и Казахстана. Спасибо.